Здравствуйте, меня зовут Карпенко Анна, мне 21 год. С 3 лет у меня была хроническая ангина. Мне это передалось генетически от моего отца. Я, честно говоря, сразу не верила, да, потому что какие-то БАДы, что это вообще такое, что это может действительно как-то помочь. В итоге начала употреблять кардицепс, прополис, начала пить чай, спирулину точно так же. Да, в принципе, всю линейку стандартную. Все мои 18 лет страданий кончились, потому что я уже около года не болею вообще. То есть даже насморка нет, температуры, но про ангину я уже точно не вспоминаю. Вот, и это вообще максимально шикарный результат. Я очень довольна. Всем рекомендую. Спасибо.